Время 19:39. Наш лагерь полностью установлен. И, собственно, из рыбы... Да, из рыбы только одна. Единственная гусёрка. Размером где-то с ладонь, может, чуть больше. Которая клюнула на один фидер, который мы, по крайней мере, только сейчас достали. То есть, ну нет, не только сейчас, он стоял весь день. Вот. Но мы пили, отдыхали, вообще нормально все. Готовили обед. Я посмотрел по картам, где есть заливы. Тот берег богат двумя заливами, этот богат одним. Вот. Ну, собственно, мне еще предстоит это все дело оплавать. Мужики взяли лодку на инициативе, поехали сами смотреть. Чего-то, я не знаю, зачем они поехали. Вот, но как только они вернутся, я обязательно перехвачу у них плавательное средство, оденусь и поеду ловить, надеюсь, хищников. Вот, из минусов, я забыл взять себе одежду, в том плане, что она осталась в машине у моей мамы. То есть я собрал сумку со словами, ну, осталось только взять что-то из твоей машины. Да, положить это к себе я, разумеется, забыл. Итого у меня две футболки. Вот, и вообще, то есть все по минимуму, можно сказать. Но, с другой стороны, я тут всего на 4 дня, поэтому не сильно и обидно, но... Все-таки. Такие вот дела. Ну, начало положено. Вот бедолага, которого я вымучил. Он даже за крючок толком не зацепился. Вот. И, собственно, такая вот шняга. Мелочь пузатая. Ну, такого мы, конечно, отпустим. Хочу отметить, что клюнул он на глубине в 7 метров. Что свойственно для судака, но ни хрена не свойственно для судака такого вот маленького размера. Ну, ладно. Что есть, то есть. Отправляемся на поиски более крупных особей тогда. Что еще могу сказать? Цепляем его и даруем свободу. Давай, мой хороший, плыви. Позови своих мам, пап и прочих. Да что ты так это? Я же любя. Свалил. Ну, надеемся на продолжение. В общем, изловил я кого-то. Вот, не знаю, кого. Кого-то хорошего, сопротивляется нормально. Клюнул с ударом. Вот. Это судачок. Нет, это щучка. Нормально. Но мелковато, конечно. Сейчас мы ее посмотрим и отпустим. Вот такой вот щупачок. Не знаю, нужна ли она нам. Впрочем, а чего бы и нет. Да. А вот так сейчас выглядит 2 часа ночи. Просто превосходно. О, дед проснулся. Надеюсь, туман видно. Стою на девятке, кидаю на 3 или 2. Побитая, покусанная. Должна. У него выхода нет.
Есть. Ух, ух, это кто-то хороший. Блять. Да. Подсак не разложен. Конечно, жизни учит. Вторая щука. Не, нихуя не щука. Вау. Здесь вы видите. Этот парень так просто не возьмет. Угу. Иди сюда, мой хороший. Оп. Есть. Никуда ты у меня не денешься. Никуда ты у меня не денешься. Ух ты, ё-моё. Что с камерой? О, пишем. Фух. Угу. Вот такая вот тушечка. Сам еще и отцепился. Это хорошо. Ух, как сердце бьется. Думаем, это ясь. А может и голавль здоровенный, хрен его знает. Глубина 8 метров. Да, парень, конечно, отменный. А хрен с ним. Вот он, какой. Вот. Смотрите, какая туша. Похож на здоровенного голавля, не знаю, так это или нет. Это просто капец. Просто взгляните. Охренеть можно. Так, ладно. Теперь бы его не упустить. Куда не надо. Нормально, в садке. Фух. Красотища. Просто красотища. Теперь приманку полчаса цеплять. В общем, как вы, наверное, уже заметили, не знаю, опять же, кстати, было ли вам видно поимку или нет, поклевку, там вот эти вот все дела, я снимаю с другого крепления, то есть нагрудного. Вот. То есть обычно я снимаю на то, что на голове. Сейчас я перешел на нагрудное крепление и, в общем, скажем так, ношусь с ним сейчас. И оно гораздо удобнее, чем то, что на голову, потому что, знаете, сидеть с чистой башкой гораздо лучше. Да и представьте себе телефон на голове, как это выглядит со стороны, просто капец. А тут на груди тихо, незаметненько так. Вот, и удобно. Но минус в том, что хрен посмотришь, что видно. Потому что его задирать приходится. И опять же, когда нагибаешься, там вот это вот все, тоже его приходится нагибать. Головля, кстати, держался одним крючком. Что, конечно, было страшно наблюдать. Но я увидел, что он вроде хорошо держится. И решил, что ладно. Нормально все. Поймал я кого-то. Тащу, сопротивляется хорошо. Поймал на глубине, это радует. Значит, наверное, может быть судачок. Что не может не радовать. Может, окунь. О, давит. Дергается. Сюда, да. Блять. Есть. Ура! У меня, короче, это... Он не влез в подсак впервые, поэтому простите за мат. Ура!
Наконец-то ядрен батон, судак. Ух ты, блин. Слава тебе, Господи. Отдай приманку, отдай, мой хороший. Вот такой вот паренек. Ай, вымочил таки. Напросил, намолил. Ура. Хотелось бы, конечно, побольше, но, как говорится, что есть. Последний день на отдыхе. Вообще не радует. 2 часа на всей реке, в разных местах, разные приманки и ни хрена. И вот сейчас я стою на 9 метрах, на том месте, где я поймал гловля. И держу в руках вот это вот, как символ своего абсолютного провала. Вот. Этот парень у нас идет гулять. Вот. И, в принципе, выпуск подходит к концу. Показать хотел. Это что такое? Ага. Хрень какая-то. Будь здоров, да. Ну, самые большие, конечно же, дедовские. Вот. Багрёный судак. Вот. Я ему бочину пробил. Хотя он вроде не жалуется. Не откидывается, ну ладно. И вот рекорд голавль. А так на самом деле тускленько. Ну, в общем, вот. Так все кончается. Кстати, всем спасибо за 200 подписчиков. Как-то видео даже не выходило, а они набрались. Майним. Сидим и майним. Отлично. Вот. Ну и на этом я с вами, собственно, прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Взвешивание этого парня показало 95 кг. Такая вот рыбка.